Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодняшнее видео посвящено одному из ваших вопросов. В процессе брожения, либо уже на его последних стадиях, вы используете вот такой прибор, я его потом покажу поближе, называется он виномер-сахаромер, и видите, например, 10 сахара и 5 спирта, либо 5 сахара и приблизительно 9 спирта. А вам хотелось бы побольше? Вот этот вопрос в последнее время у нас появляется в комментариях очень часто. И сегодня мы говорим именно об этом. Так вот, с чего я хочу начать. Вот этой вещи вы спирт не померите. И вообще, спирт в домашних условиях, если мы только не берем процессы перегонки, никаким прибором мы не померим. Единственный вариант, может быть, есть такой капиллярный спиртомер, он как чашечка. Но тоже, если вдруг есть в вине остаточные сахара, то точных данных вы не получите. Определить спирт мы можем только расчетным методом. Напомню, кроме метода какой-то там перегонки, если кто-то этим занимается. Чтобы узнать точное значение спирта, нам надо знать изначальный сахар и потом по специальным коэффициентам его пересчитать. Так мы знаем потенциальный спирт. Соответственно, если мы на каких-то этапах брожения видим остаточный сахар, то нам надо отнять первоначальное значение. Например, у нас было 20% сахара. Сейчас у нас 5% сахара, значит, дрожжи съели 15%. Мы их умножаем на коэффициент, я всегда использую коэффициент 0,55. В разной литературе, в принципе, для немножко разных приборов, вот если найти таблички для ареометра, этот прибор по типу ареометра, то там коэффициент чуть больше, чем 0,5. В литературе можно встретить и коэффициент 0,6. И, например, вот здесь мы еще будем говорить об этом приборе, это рефрактометр, здесь применяется коэффициент 0,6. Я всегда использую золотую середину 0,55. То есть только таким образом мы и можем высчитать спирт. Ну, конечно, всегда возникают вопросы. Так, а почему вот здесь вот пишет вот так? Ну, наверное, это вопрос не совсем ко мне. Это вопрос к производителю. Ну, на самом деле прибор двойного назначения. То есть, если бы мы мерили чистую спиртсодержащую жидкость без сахара, то да, мы могли бы что-то этой штукой и измерить. Но на самом деле она измеряет плотность. И сейчас проведем маленький эксперимент. Итак, я опускаю поплавок в емкость. Так как поплавочек достаточно длинный, я еще долила немножко воды, чтобы вы видели, да, то есть снизу не касается донышка, и смотрим, что он нам показывает. 10% спирта. А теперь открываем секрет. Это обычная вода из-под крана. И никакого спирта здесь нет и быть не может. Понимаете, на самом деле этот прибор измеряет плотность. Вот, даже на воде, видите, спирта здесь нету. А вас может смутить, что все-таки он показывает не 12, не максимальное значение, если это чистая вода. И сахар там показывает, что немножечко есть. Напомню, прибор измеряет плотность. Это у меня вода из-под крана. У меня здесь вода очень некачественная. Там много солей, следовательно, плотность ее выше. Теперь вторая часть эксперимента. Я чуть-чуть отлила воды, чтобы просто было куда поместиться сахар. И помещаю сюда сахар и растворяю. Сахар растворился, и опять мы опускаем сюда наш приборчик. Вот он у нас там плавает, ни во что не упирается. И показывает сахар приблизительно 5, а спирт 9,5. Но напомню, что спирта здесь нет совсем. И вот этот прибор нам показывает только сахар, либо его отсутствие. Но даже в первоначальном случае я вам показала, что и не только сахар, но и какие-то другие вещества, которые могут влиять на плотность жидкости. Ну а теперь разберемся с рефрактометром. Глазок здесь маленький, не совсем удобно показывать, но смотрите, первая шкала.
Вот первая шкала — это у нас процент БРИКС. А вот вторая шкала рядом. Сейчас попробуем опустить. Вон. Алкоголь. Хоть не совсем хорошо, но тем не менее видно. Вот, вот так вот будет хорошо видно. Значит, смотрите, правая шкала — это БРИКС, сахар. Левая — это алкоголь. Принцип действия рефрактометра основан на преломлении света. И если вы видите 20 сахара, то это не значит, что у вас там 11 с хвостиком алкоголя. Вот эта шкала алкоголя, она вам нужна только для удобства, чтобы, видя первоначальный сахар, вам не надо было считать, сколько алкоголя вы получите в итоге. Никогда вы этим прибором алкоголь не измерите. По крайней мере, прибором именно с такой шкалой. Поэтому то, что вы видите в процессе брожения, это не алкоголь, это только остаточный сахар. Более того, когда часть сахара переработалась в спирт, спирт будет давать искажение на показания вот этого прибора. И на этом приборе вы никогда на любом виноматериале не увидите ноль. Ноль вы можете увидеть только на воде. Как только сюда попадает хоть немножко спирта, даже если там нет сахара, все равно вы увидите определенный уровень. Приблизительные данные: если первоначальная сахаристость была 20 БРИКС, то в конце вы увидите где-то 4,5. Ниже не увидите никогда. Поэтому, увидев данные на каких-либо приборах, приспособлениях, хотеть больше спирта — это неправильно, потому что вы этот самый спирт не видите. Знаем начальные показатели, знаем конечные, тогда можем рассчитать. Но по этой вещи даже рассчитать сложно конечные показатели, потому что они будут искажены. Вот этот прибор даст чуть более точные данные. Так что о шкале алкоголя на этом приборе мы забываем, пользуемся только расчетами. Ну а на вопрос, так а для чего же она вообще нужна, я вам не отвечу. Надо спрашивать у производителей, для чего они ее сделали, возможно, для того, чтобы вас запутать. Но я надеюсь, что после просмотра этого видео у вас вопросов больше не возникнет, и вы будете знать, как и что рассчитывать. И вот эти вещи уже не будут вводить вас в заблуждение. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!